А насколько качественно выполнена вот площадка, которая ну, сегодня... Пока заказчик утверждает, что все выполнено в соответствии с проектом. Ну, а так время покажет, посмотрим, позанимаемся. Вот. Те тестовые занятия, которые прошли у ребятишек, они говорят о хорошем качестве работы. Ну, посмотрим. За плодотворное и надежное сотрудничество. Совсем забыл о подрядчике. Николаевич, да. Примите мои искренние поздравления с завершением этого объекта. Хочу сказать большое спасибо тем, кто занимается. Поле опробовали. Оно замечательное. Поэтому спасибо и примите наши поздравления. Спасибо, Сергей. Качество мы сами, ну, как сказать, заинтересованные лица, которые непосредственно занимаемся на данных площадках. Вот я лично сам все лето проиграл на соседней площадке в регбол. И могу оценить качество проделанной работы. И старались душой подойти к проектированию вот этих всех спортивных площадок. Здесь и травмобезопасное покрытие, и зона безопасности. Также и здесь. Все пытались предусмотреть, ну, как сказать, хотелось бы, может быть, что-то больше, лучше, там, ну, на что хватило денег в рамках данного проекта. Но данная площадка соответствует всем размерам для игры в мини-футбол. Так что, я думаю, ребята оценят наши старания. Вообще здесь, вы не пойми, как все накручено. И в эту сторону торчит, и вот торчит, смотрите, что творится. И вот, оно везде вот. Это же ведь травма, а это там все, премьерно,